Привет, друзья! Рад приветствовать вас на нашем канале. С вами Виктор. Сегодня мы с вами приготовим самое главное блюдо новогоднего и рождественского стола. Это будет утка. И утку мы будем не просто так запекать, а мы ее будем мариновать, чтобы она получилась вкусная, ароматная, сочная. В общем, все просто и быстро. Поехали! Вот такая вот у нас уточка сегодня. Утка 2 килограмма, как раз на семью из 4 человек. Если вам нужно больше, то, конечно, нужно 2 взять. Отрезаем ей крылья, потому что они все равно пересохнут. Пойдут куда-нибудь на бульон. Также я отрезаю хвостик, так как там находятся сальные железы, и они нам здесь не нужны. Маринад, друзья, у нас будет кисло-сладкий, отлично подходит к утке на основе яблочного уксуса, меда и апельсинового сока. Значит, сейчас смешиваем все ингредиенты. Уксус, мед, с апельсинов снимаем цедру, только вот это оранжевое до белого. И выжимаем сок. И немного воды, друзья, добавляем в маринад. Все точные разграмовки этого рецепта будут в описании под этим видео. Заходите, смотрите. Добавляем соли. Черный перец у меня в зернах. Нужно его немножко растолочь, чтобы он отдал хорошо свой аромат. Вот так вот достаточно. И остается, друзья, еще пару зубков чеснока и одна луковица. Все перемешиваем, и наш маринад готов. Такой вот классный, ароматный. Теперь берем пищевой пакет и переливаем маринад в пакет. И отправляем утку в пакет. Вот так вот. Закрываем. И нам желательно оттуда убрать воздух. Это можно сделать вот так при помощи трубочки. Зажимаем ее. И практически вакуум. Распределяем маринад. Вот так вот маринад будет по всей утке. Друзья, теперь отправляем утку в холодильник на сутки. И периодически можете, как время будет, там раз в 4-5 часов ее переворачивать, чтобы она равномерно мариновалась. И через сутки будем запекать. Друзья, прошли у нас сутки, утка наша хорошо промариновалась. И я ее уже за пару часиков достал из холодильника. Оставил так в маринаде, чтобы она набрала комнатную температуру. Это тоже важно при запекании. Если утка будет прямо из холодильника, то она внутри не будет запекаться, снаружи будет уже пересушиваться, а внутри еще будет сырая. Поэтому она должна обязательно уже набрать комнатную температуру перед запеканием. Ну а дальше нам остается хорошо ее запечь. В утке у нас уже достаточно ароматов, которые мы добавили в маринад. Я добавлю только еще одно яблоко.
Так, просто на четвертинки разрежу. И веточку розмарина, и веточка тимьяна сушеная у меня. И отправляем это в утку. Травку и яблоки. Вот так вот. Отлично. Теперь ставим утку в форму для запекания. Грудка вверх. Духовка у нас разогрета, друзья, на 140 градусов. Потихоньку на медленной температуре. Я думаю, полтора часика такой утки 2-килограммовой. Там смотрите, если утка больше, то естественно и время больше. Если 3 килограмма будет утка, ну часа 2. 140 градусов с конвекцией, если есть конвекция. Если нету, то вверх не изберите. И ничем не накрываем фольгой, ничем не надо. Пускай она потихоньку прогревается, подсушивается, жирок вытапливается. И она будет отлично готовиться. Поехали в духовку. Друзья, прошло у нас полтора часа, 140 градусов. Давайте теперь сделаем глазурь, которую мы сейчас будем покрывать уточку, чтобы она была красивая-красивая. Значит, берем немного меду. И темный соевый соус. И все хорошо размешиваем. И этой глазурью теперь смазываем нашу уточку. Будет красивый у нее цвет. Температуру сейчас добавляем на 180 градусов и минут на 20. Можно будет пару раз вот так вот смазать. Ну, смотрите, чтобы не подгорел сахар, конечно же. Ну, отправляем еще раз в духовку на минут 15-20. Друзья, прошло у нас 15 минут. Вот такая красотка у нас с вами получилась. Пахнет потрясающе и выглядит еще лучше. И теперь, друзья, давайте украсим нашу красавицу, без того красивую. Украшать я буду хурмой, зернами граната и розмарином. Дольки хурмы. Посыпаем зернышки граната. Вот так вот розмаринчик. А, красота. Красота, ребятки. Ну что, друзья, осталось только попробовать эту красоту. Какая у нас получилась вкусная, ароматная. Начнем с грудки. А, как она пахнет сказочно. Ребятки, это что-то. Уточка просто тает во рту. Она настолько нежная, за счет того, что мы ее мариновали. Ароматы все эти, кисло-сладкий вкус. Вот что мне нравится в утке, этот вот жирок с кисло-сладким вкусом. Нет ничего лучше. Сказка. Просто сказка. Давайте попробуем еще ножку. Как у нас ножка получилась. Вот смотрите, какая ножка. Ай-яй-яй, вот ножка сочная вообще. Вот сок прям с нее вытекает. Это что-то. Это вот самое вкусное.
Хотя кто-то и грудку больше любит, но я люблю ножку. Вот, смотрите, какая красота, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Ароматная, сочная утка. Я в раю, ребятки, приготовьте такую сказку на Новый год, на Рождество. Будете счастливы и вы, и ваши гости, ваши все родственники. Это невероятная вкусная утка. Нежная, сочная, ароматная. Но вот шкурочка это вообще отдельная история. Это песня. Просто класс. Супер, друзья. Обязательно готовьте. Друзья, ну а вам я желаю от всей души классных праздников, море позитива, море подарков. Готовьте вкусно, встречайте гостей, угощайте гостей, пусть вас приглашают в гости. Смотрите наши другие видео, подписывайтесь на нас. И до новых встреч, друзья. Пока-пока, мы всегда с вами.